сказать спасибо тем организаторам, которые устроили для нас квест по Гоголю. Нам очень понравилось. Да. И этот квест нам понравился немножко больше, наверное, даже, чем прошлый. Тем, что здесь надо было что-то искать. Такие записочки, когда. Но хотя в прошлом, прошлый квест был немного легче. Ну, как бы и у того, и у этого квеста есть свои плюсы и минусы, поэтому нам оба понравились. Вот, да, нам все очень понравилось. Вообще отличная организация, чаек тоже был очень вкусный, конфетки тоже были очень вкусные. Спасибо. Спасибо большое. И мы... Да, мы читаем книжки, которые нам подарила Екатерина Кислова. Да, мы умеем читать. Это Булгаков. Потому что в мае у нас будет еще один квест по Булгакову. Да. Давай, спасибо за книжки тоже. Короче, огромное спасибо за эти книжки.